Движение грузовиков по плотине могут вновь ограничить. Пробка в районе ГЭС и на подъездах к ней доставляет много неудобств жителям Автограда и Жигулевска. Об этом главе региона рассказали в том числе и сотрудники завода «Сибур» во время визита Дмитрия Азарова на предприятие. Вопрос достаточно болезненный для большинства тольяттинцев. К его решению подключились и депутаты городского парламента. Многие выезжают на ту сторону Волги, и очень сложно пробки, которые возникают в дневное время, когда идут большие грузы. Мы обращение делали от тольяттинской отделения партии «Единая Россия» в Минтранс. Заторы образуются в том числе из-за строительства транспортной развязки, завершение которого запланировано на конец 2019 года. Но пробку ликвидировать нужно сейчас. Этот вопрос был поднят на совещании главы региона с представителями управления федеральных дорог. Сейчас отрабатывается вариант, по которому будут введены ограничения в летний период, в самый активный период с точки зрения посещения дач, когда люди за городом живут и приезжают работать в город, в Тольятти, в Жигулевск. Мы предложили ввести эти ограничения для того, чтобы в дневное время тольяттинцы могли перемещаться на личном транспорте достаточно комфортно через плотину. Речь идет о возможном запрете на проезд больших грузов по трассе М5 в районе ГЭС с 7 утра до 10 вечера. Но окончательное решение будет принято, исходя из мнения самих тольяттинцев. Узнать его глава региона поручил депутатам городского парламента.